Шалом. Во время одной из русско-турецких войн два солдата с двух противоположных сторон встретились в стычке. Один приставил штык другому прямо к груди. Второй вытащил янычарский меч и приставил его к шее другого. Один из них сказал: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». И второй ответил: «Барух Шем Квод Малхуто Леолам Ваэд». Это были два человека, два еврея, которые дрались по две стороны. И в этот момент они обнялись и заплакали. Дамы и господа, в этот момент очень важно не потерять человеческий вид. На этом примере, во время вот этих военных действий, нужно знать, что есть люди с двух сторон. И эти люди – братья. Как бы там ни было, пусть стороны воюют, пусть воюют солдаты. Но есть еще такая надежда на мир, на Бога и на внутреннее понимание того, что ты и я одной крови, что кровопролитие можно прекратить верой. И вот сейчас, с Божьей помощью, находясь здесь, в Израиле, на святых местах, молясь за каждого человека в мире, за человеческую жизнь, я хочу обратиться ко всем. Я понимаю, что это очень тяжело. Тяжело держаться. Очень тяжело соблюдать какие-то человеческие моральные устои. Надо постараться. Дамы и господа, молитва – это та война, которая над сознанием человека. Пусть то, что я говорю, это банально, это может быть глупо в глазах разных людей, но поверьте, Всевышний может остановить это. Он может ввести в разум двух сторон некую искру, искру благоразумия, и тогда справедливость превратится в мудрость. Шалом, шалом. Бог всегда за мир.